Итак, дорогие друзья, всем привет! Как вы поняли по началу ролика, смысл сегодняшнего видео в сравнении двух геликов старого поколения и нового поколения. Ну, так как нужно отдавать дань старости, а именно старому чему-нибудь, да, мы начнем с вами олдового гелика. Во-первых, оценим его внешку. Ну, внешка, дорогие друзья, конечно, впечатляет, потому что это непревзойденный форм-фактор, это то, на что молились многие, то, чего, так сказать, хотели, да. Но сейчас, я думаю, это осталось в мечтах, либо там в прошлом, потому что сейчас абсолютно другие приоритеты, особенно в условиях санкций. Такие гелики не представляются возможным купить в хорошем состоянии. Так что давайте начнем с него. Я думаю, то, что мы поставим сейчас то, что у нас имеется в призах, затонируем его, посмотрим, что есть по тюнингу, и вообще, в принципе, сравним, чуть-чуть на нем прокатимся. Итак, по призам у нас имеется неон градиент, мы сразу на него накатываем его. Есть у нас нитро, тоже накатываем. Ну и, разумеется, второй чип-тюнинг. Все, как бы мы... Наши полномочия на этом, как говорится, все. Получается, включаем неоночку. В принципе, выглядит он с неонкой, на самом деле, это не так, чтобы хорошо и очень. Но едет он вторым чипом, сейчас проверим, сколько узнаем. Я не стал сравнивать, сколько на первом чипе, потому что это еще их в равных условиях, в почти полном тюнинге. Я хотел третий чип сделать, потом думаю, надо сделать второй, потому что он более такой, знаете, доступный для народных масс. И как-никак, я, по-моему, не ошибся. Едет он весьма реально нормально. Плюсом еще есть нитро, которое дает ему пинка. Ну и гелик это по классике, это старинка, которую хотели все и покупали на КРМП. Донатив там, я помню, на старом амазинге у меня был гелик. Вот у него интерьерчик такой приятный, то есть максимально топовая машина. И, в принципе, я думаю, она ничем не будет уступать новому Гелендвагену, за который я не так, чтоб топлю, прям жестко, но все равно отдаю ему какие-либо преимущества в этом. Едет он 241 километр, чуть меньше, чем мой морковник. Мой морковник едет 100, мой морковник едет 242, этот едет, соответственно, 241. Давайте его затонируем полностью. Оставим, потом получим на него номера. Так, по тюнингу смотрим, что у нас имеется здесь. Покраска, винил. Ну, разве можно на гелик винил ставить? Быть такого не может. Да ну его нафиг, не. Не-не-не-не-не, не обманывайте. Чё за бред, каким образом? Мы же видим с вами то, что ничего не появляется, значит, быть такого не может. Правильно, правильно. У меня всегда логическое мышление присутствует, как вы заметили. А, я думаю, у меня отсутствует оно, потому что я неправильно тюню. Пятерку сюда. На переднее накатываем 50. На лобовуху накатываем то же самое 50. А, диски. Насчет дисок я не знаю. Диски я вообще не вижу смысла менять на Гелендвагене. Мне кажется, тут должен быть абсолютный сток. Как-никак, потому что с дисками он смотрится как-то ущербно. Не, ну все-таки сток реально лучше оставить. Сток это легенда. Ну и фары я бы поставил какие-нибудь такие, знаете, прикольненькие. Вот такие бы я фары установил. Я их поставлю, я это сделаю. Вот, клиренс и развал я менять не буду. Это Гелендваген, нам это не надо. Сейчас мы должны добраться до тонировки, значит... Вы поняли уже какой. Я думаю, вам даже объяснять не надо. В нелегальные структуры нам надо, в нелегальный тюнинг. Сейчас мы его полностью затонируем в пятерку. Ну как в пятерку? В пятнашку, да, скажем так. Образно. Так, и вот эти. Все, теперь он у нас в бункер, да, считается. Но выглядит он весьма достойно. Выглядит он весьма достойно, красиво. Мне он вкатывает, нравится. Так, давайте тогда получим на него номера и будем тюнить уже новый Гелендваген. Нам нужно в ДПС. Сюда тэпаемся. Аккуратненько, никому не мешая. Я думаю, никто этого не видел мова. Как бы я снимаю видеоролик, да? Вы должны все это понимать. Оплачу-ка я все штрафы, потому что без этого я номер не получу. И оформляем на него. Выпал номер U817KK. Ну... В принципе, для Гелендвагена это такой себе номер, но я думаю, что мы его пока оставим, потому что сейчас у нас начинается новая эра, эпопея, так сказать, терпение, эпопея, ликование. Идем тюнить новый Гелендваген.
Что я могу сказать по поводу нового Гелендвагена? Форм-фактор примерно остался такой же, только поменяли передок, его сделали таким более приплюснутым, и тут рамка сменилась, то есть вот эта решетка радиатора. А сзади тоже есть какие-то изменения, его как будто закруглили, появились какие-то интересные формы. Но сейчас я тоже его тюнингую просто по всем тем же параметрам и принципам. Ставлю на него неон, ставлю на него нитро, второй чип-тюнинг. Еду его тюнинговать я в обычный тюнинг-центр. Сейчас я должен на него поставить тонировку, как вы уже поняли. Ну и, кстати, звук у Гелендвагена у нового совсем иной. Вы можете это заметить, потому что у старого Гелендвагена звуки совсем другие. Они какие-то такие более умеренные, а у нового Гелика он прям так рычит достойно. Мне это нравится. Вот из-за звука я бы отдал ему отдельное какое-то внимание. Ну и по виду в салоне, как бы, это новый Гелендваген. Тут он бортовой компьютер, новый, панелька. И выглядит он, в принципе, как-то более качественно. Но там как-никак классика. Как-никак машина уже не тех годов, она не совсем свежая. Так что ей надо делать на этом скидку. Так, тюнингуем заднее стекло. Точнее, тонируем. Тонируем передок. Тонируем лабаш. Диски абсолютно оставлю такими же, потому что не вижу смысла их менять. Как говорится, какой дурак будет ставить диски на Гелендваген? Тут даже не вижу смысла что-то пытаться делать. Можно поставить спойлер, но я этого делать не буду, потому что зашкварит наш Гелендваген. Вообще не видел еще ни одного гелика, у которого были бы затонированы... Вообще не видел еще ни одного гелика, у которого бы стояли спойлера на крыше. Ставим фары, и все, и гоним нелегальный тюнинг. Потом получаем номера и смотрим на скорость. Нам надо в лытку. Опять нелегальные структуры, опять нелегальный тюнинг. Пользуемся админскими командами, тюнил лобовое стекло до пятнашки. И сейчас еще передние стекла. Это обязательно, потому что это гелик, это бункер. Так, проверим неоновую подсветку на нем. Неон на нем смотрится четко, в принципе, как и на том. Но тут как будто больше охвата именно самого вот этого неона. Как будто трубки, они по ширине чуть больше, по ширине именно вот. Ну, сейчас проверим, сколько едет, посмотрим, что да как. По прямой даже не знаю, по какой разогнаться, просто в поле, наверное, выжму. Все равно максималку увижу, замечу и как бы остановлюсь. 257 максималка была. Это вполне достойно для этого гелика. Также, я думаю, управляемость у него хорошая. Так, давайте тэпнемся, тогда получим на него сразу номера и еще раз их протестим, так сказать, подведем какую-то черту явную. И, возможно, узнаем мнение у игроков, что они думают по поводу данных автомобилей. Но выглядит он реально сверхчетко, мне он очень нравится. Это прямо машина, которая заслуживает отдельного внимания. Залетаем в управление ГИБДД. Получаем на него номерной знак U603VR. Понимаем то, что мы полностью абсолютно попущены. Но ничего страшного, я думаю, мы стерпим. Потому что как-никак, два Гелендвагена — это вообще совсем другой иной разговор. Все, на нем мы сейчас можем выжить. Выжимает он 257, едет он нормально, четко. В принципе, как-то так. Так, ну давайте еще раз их сравним, тэпнемся ко мне домой. Посмотрим, что да как. Так, давайте смотрим старый гелик. Еще раз звук хочу посмотреть его. Че вообще по звуку? Да, звук совсем другой, он такой не рычащий, абсолютно не рычащий звук. Ты мне мешаешь проехать, уедь. Абсолютно не рычащий звук, но выглядит бандитски и устрашающе. Я бы еще кенгурятник бы поставил на него, но здесь, к сожалению, нельзя его сделать. Так бы поставил кенгурятник, я думаю, было бы намного еще прикольней. Ну и вот это. Как бы тоже круто, тоже смачно. Думаю, тут сказать больше нечего. Ребят, кому понравился ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Не забывайте вводить мой промокод Левонти на сервере Amazing RP Azure, получая призы. Вот. И всем пока-пока.